26 апреля 2023 год. Приехал я на шлюз посмотреть, как тут у нас он работает. Сейчас возвращаюсь с второго мостика. Показал, насколько там много воды. И в дамбе, то есть в дороге, сделана дырка одна. Видно, что небольшая. Скорее всего, может, даже ондатра делала норку себе. Промыло там. Сейчас я спущусь вниз. Тут, конечно, промыло все наше хозяйство. То есть вода найдет слабое место и пойдет. Тем более там такое давление воды с Рыжковского мостика. Может, даже и к лучшему, что здесь прорвало. Иначе бы второй мостик там бы вообще сейчас бы размыло всю дорогу. Вот так вот. То есть полностью промыло здесь. То, что мы делали, зря только. То есть так себе не получается. Все везде надо только бетонировать. Больше по-другому никак. Бетоны делать, затворки железные, толстые. И навесну их поднимать, чтобы вода уходила. Ну, таскать, чтобы наполнялся. Так, воду ничем не удержишь. Если она пойдет, она найдет место, куда идти. Не зря Первый мир был потоплен водой. То есть все везде смывала вода. И были горы, где-то написано, на 15 локтей выше вода поднялась. Самых высоких гор. Вот везде ондатры плавают. Сюда еще дохвали Господа. Они тоже свою жизнь ведут. Ну, вот так вот, в принципе, дело обстоит у нас здесь. Ну, вода еще идет щадяще. То есть могла бы и хуже идти. Вообще бы всю дамбу размыло, как в прошлом году. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.